Створення міцних стосунків між чоловіком та жінкою – це опора, фундамент на усе життя. А як же знайти другу половинку? Саме з цим питанням звертаємось до справжньої професіоналки. Це Ольга Шапка, засновниця Міжнародного клубу знайомств. Ми знаємо, що пані Оля завжди розуміє, хто перед нами є, кому запропонувати одну людину, кому іншу. Тобто, хотіли вас запитати взагалі, як же так складається, що у людей щасливе життя? Чи потрібно глибше розуміти один одного? Чи можна отак по фотографії, подивившись на людину, сказати, точно оця підійде? Підійде. От вам вона точно підійде, ця людина. Здравствуйте. Да, ви знаєте, от тільки буквально минут 30-40 назад у мене був прямий ефір з фізіогномістом. Ми об этом как раз и говорили, о том, что, в принципе, да, по фотографии мы можем уже оценить мужчину либо женщину, да, какие у него есть потенциалы, какие есть задатки. Но, безусловно, я всегда за личную встречу. Конечно же, по фото мы не можем определить, наш ли это мужчина или нет. Как сегодня сказал физиогномист, что обмануть нас может все, кроме нюха. Так. Да, для меня это тоже было большое открытие. Духи можно выкористовывать. Да, безусловно. Феромоны. Но можно выкористовывать феромоны, однако все равно мы слышим на животном уровне, так у нас заложено нашей природой, что когда мы выбираем себе партнера, мы выбираем его для того, чтобы размножаться, да, и, соответственно, по запаху мы его и выбираем. Поэтому в любом случае нам необходимо, чтобы была реальная встреча. То есть сначала мы выбираем, ну, по крайней мере, в нашем клубе мы выбираем мужчину и женщину по фото, но всегда после этого следует реальная живая встреча. Угу. А сколько зараз людей вважают себя одинокими? Чи их много, чи збільшилося? От з вашого досвіду. Знаете, ну, если рассматривать на мировом уровне, да, то в разных странах абсолютно все по-разному. Да, я недавно смотрела передачу про Китай. Для меня это было большое открытие, что там очень много одиноких людей, которые живут, значит, мужчины, они женятся на виртуальных женщинах и занимаются сексом с резиновыми женщинами, а женщины ходят в бары, в клубы, где есть красивые молодые ребята, они заказывают девушке дорогой алкоголь, и мужчины дают им комплименты, дают им эмоции. Вот так живут люди в Китае. В других странах совершенно все по-разному. Если говорить об Украине, то безусловно, мы все-таки еще стремимся к знакомству, к общению, но постепенно грани стираются, больше переходит все в онлайн-режим, но для нас очень важна близость, поэтому мы еще пока как живые, реальные люди все-таки больше общаемся по-настоящему. Так, пока еще с такими куклами не общаемся, я так думаю, по крайней мере. Так, ну, більшість, скажімо так, можливо, одиниці якісь так там є, але все ж хочеться, щоб все було наживо, щоб люди таки відчули один одного, насправді. На самом деле отстаем как бы в развитии, да, вот от других стран, например, европейских, можливо, американских. В цьому є плюс. Поэтому и в этом есть плюс, что мы еще и остаемся более живыми, человечными. Вот у нас еще такие потребности. Хочется надовше це зберегти. Як знайомитись? Тут справді є питання, тому що якщо ще до карантину люди могли кудись сходити разом, там, не знаю, посидіти, поспілкуватися, то зараз це вже проблема. І проблема такого світового рівня, світового значення. Ну, на самом деле, я хочу сказать, что проблемы никакой нет. Вся наша проблема в нашей голове. Даже во время карантина были такие мужчины, завидные женихи, которые находили способы, как приехать в период закрытых границ. Да, поэтому всегда есть возможность... Вот это бажание, да, вот это я разумею. Да, это, я считаю, это такой подвиг был в тот момент. Я хочу сказать, что нет никаких препятствий, на самом деле. Просто сейчас настолько у нас активный образ жизни, день сократился, да, много информации, много разных задач мы выполняем. И, конечно же, время на личную жизнь остается совершенно мало. И сейчас уже не так, как раньше. На остановочке можно было познакомиться, либо в барчик куда-то пойти. Сейчас проще конкретно посещать определенные сайты, где целенаправленная аудитория на то, чтобы найти себе друга либо подругу. Да, безусловно. Слушайте, а це ж, мабуть, настолько небезпечно. Треба розуміти, ну, на самом деле, с кем все небезпечно. Ну, мы же на самом деле тоже, когда знакомимся в реальной жизни, мы же тоже не знаем, с кем мы знакомимся. Ну, якось по очам дивишься и разумеешь, и очи нас могут обмануть. Поэтому мы тоже подвигаемся всегда каким-то рискам. Но смотрите, вы знакомитесь, если этот мужчина с региона Украины, да, там, например, или ближайшего зарубежья, то, конечно, эта встреча будет в онлайне, ну, в реальном времени, он приедет сюда, и вы с ним познакомитесь. Вообще, даже если мужчина приедет из-за рубежа, это будет все здесь. Поэтому нет никаких... Единственное, есть большой минус в том, что
Иногда за этой фотографией могут стоять не этот человек. Угу. Такое может быть тоже, да, безусловно. Но я считаю, что сначала мужчина должен приехать сюда. Встреча должна быть здесь, на территории женщины, это будет безопасно для женщины. Только угу. тогда она уже тільки может так. понимать, как дальше развивать отношения. А скажите, пані Оля, ось ви все ж маєте міжнародний досвід, і ви знаєте, як чоловіки ставляться до українських жінок. А тут справді зараз така ситуація дуже неоднозначна, тому що жінок українських розглядають з різних боків. Тобто вона і господиня, і гарна жінка, і може бути вам супутницею, а може бути і на деякий час. Тому хочеться одразу якось, знаєте, відсікти от те, той непотреб вам, і залишити те, що нам потрібно. Я вам так скажу, що від цього ніхто не застрахований, безусловно, да? І, звісно ж, репутація наших жінок була створена самими жінками. Тому що в нашому слов'янському обществі, постсовєтське пространство Росія, Україна, Білорусія, да, це жінки, які мечтали вийти замуж за принца, ми наслушались багато різних сказок, і у нас є таке представлення, що нас повинні спасти. І багато жінки, безусловно, для них іностранець – це як спасательний круг. І багато жінки бачать в цьому і свою вигоду, як мужчину можна подоїти. Финансово. И таким образом женщины многие себя так уже транслировали и имеют опыт иностранные мужчины. Естественно, репутация есть плохая. Плюс ко всему существует и, наверное, наша доступность, да, что вот нам показали там какие-то блага, и раз женщина готова на многое. Но угу. мы говорим о тех женщинах, которые ведут себя таким образом. Но у нас очень много зрелых, самодостаточных женщин, которые могут зарабатывать деньги, которые хотят конкретно себе мужчину для создания серьезных отношений, для семьи. И здесь, конечно, женщины ставят себя... Так, звісно, вище, аніж да. ті домисли, які можуть бути я у хочу того чоловіка. Я хочу сказати, що мужчини-іностранці іщуть в наших жінках. Ну, во-первых, це красота. Тому що ви знаєте, що європейки в основному – це неухожені жінки, в першу чергу неухожені. Тобто, от так, от, як ми виглядимо сьогодні ми з вами – они выглядят крайне редко. Это по очень особому, наверное, на свадьбу или на выпускной она может себе позволить вот так вот выглядеть. Обычно они принимают себя такой, какая она есть, они себя любят, вот она зачесала хвост какой-то, одела на себя непонятные вещи, ее не пугают ее формы, фигура и тому подобное, и при этом мужчины их таких любят и принимают. В нашем же обществе у нас совершенно другая картина. Мы не знаем, как себя уже усовершенствовать. Больше жилок, так? Ну, может, так через... склалось после военного времени. У нас, да, было мало мужчин, и тогда ценили любого мужика, и это как-то из поколения в поколение перешло, но, к счастью, уже новое поколение, оно другое. Но мы еще остались, вот, я непосредственно, наверное, и вы, как раз из того поколения, где нас так воспитывали, что немножко мы себя принижали, угу. но благо сегодня есть психотерапия и тому подобное, и мы над собой работаем, да, но вот из-за нашей низкой самооценки мы имеем то, что имеем сегодня. Отношения мужчин, наших мужчин к нам. А иностранцы, они видят, какие мы красивые, какие мы ухоженные. Плюс ко всему, мы действительно еще умеем любить. Мы нуждаемся в этой близости, в этих отношениях, мы нуждаемся в поддержке мужчины. И для нас важно, чтобы мужчина все-таки был добытчиком и нес свою самую главную функцию. А они тоже готовы отдавать, так? Да. Чи вся жінка повинна теж віддавати свою долю? А мужчины иностранцы, вы знаете, очень много готовы вкладывать, потому что они лишены вот этой нежности, заботы и чувственности. Там женщины настолько самодостаточные. И они не дают вот мужчинам вот это вот тепло, о котором мечтает мужчина. Я сейчас маленький пример приведу. Одной пары, возрастной паре, мужчине было 65, женщине было 50, они вместе поехали, уже здесь были, потом поехали вместе отдыхать в Турцию. И вот он уже, ну, как бы ножки болят, он устал немножко, вот они пришли в отель, он лег на кровать, и она ему начала массировать стопы. И он рыдал. Она говорит, что случилось, почему ты плачешь? А он говорит... Это ты первая женщина, кто делает мне массаж стоп. Для него это было так чутко и нежно, а для нашей женщины это было естественно и норма. И вот он так расчувствовался. Это для него было единственный раз в жизни, когда он такое мог испытать. Ну, такі, бачите, такі приклади справді дуже чуттєві, які показують, що справді наша жінка достойна багато чого, так? Але якісь неправильні її дії можуть призвести до небажаних результатів. От як правильно себе подавати, як навчитися
навчився цінувати себе, цінувати, показувати, аби чоловіки могли звернути увагу на ваші особистості, так? На особливі характери, риси характеру. Я хочу сказати, що коли іноземний мужчина обращається в агентство, то, безусловно, є конкуренція. Огромная конкуренция. У мужчины предоставляется огромный выбор, потому что он обращается в определенные, на определенные сайты, либо клубы знакомств, либо агентства, либо частным образом, неважно как, но и ему предоставляет огромный спектр выбора женщин, которые замотивированы на серьезные отношения. И, конечно же, мужчина выбирает, а как девушки себя презентуют. Я об этом всегда говорю своим девушкам, что нужно прежде всего проработать свои все комплексы и знать все свои сильные стороны. Объективно себя оценивать. Не надо, чтобы была завышенная оценка, но и не заниженная, чтобы вы четко понимали, на какого мужчину вы можете претендовать. Если вы претендуете на какого-то высокого статусного мужчину, нужно, соответственно, ему соответствовать. Вот. И девушки у нас в клубе обучаются тому, как себя презентовать. Ну, это любовь к себе, это знать свои сильные стороны, это быть женственной. Обязательно это платье, это каблуки, потому что этого не хватает мужчинам там у себя на родине. Обязательно это улыбка, обязательно это забота, обязательно это комплимент мужчине, обязательно это хорошее настроение, очень важно. Ну и желание, конечно, вступать в коммуникацию с мужчиной. Угу. Также легкость. Легкость, вот эта вот какая-то детская, может быть, непосредственность, где-то какая-то легкая сексуальность, интрига, все это подкупает очень сильно мужчин. Поэтому вот... Так вы зараз все карты раскрыли, поняли? Ну, девочки, берите, пользуйтесь. Конечно, берите, звичайно, це все потрібно. Можливо, дівчата такими і є, але вони не знають, як влучно скористатися цим. Ви знаєте, многие девушки не обладают этими знаниями, вот они, ну, не имеют опыта. Приходят разные клиентки. Те, которые уверены в себе, они и быстро находят себе партнеров. Девушки, которые все-таки немножко недооценивают себя или переоценивают себя, или вообще не умеют себя презентовать, им гораздо сложнее. Но для этого я рекомендую девушкам ходить на большее количество встреч с мужчинами. Неважно, это будут иностранные либо местные мужчины, для того, чтобы прокачать навык общения с мужчинами. Подняти самооценку, можливо, да. Це теж буде зігравати. Ну, самооценку однозначно. Любое мужское внимание, даже если девушка уверенная в себе, всегда это большой плюс. Но когда еще, я всегда говорю, что любой новый мужчина нас подсвечивает. То есть с одним мужчиной вы можете так появиться, с другим мужчиной так проявиться. И здесь вы как раз, я говорю всегда своим клиенткам о том, что вы идете навстречу с собой в первую очередь, а не с мужчиной. Здесь вы как раз вот видите, какая вы можете быть с разным мужчиной. И определить для себя, какого мужчину вы бы хотели видеть рядом с собой по жизни. А еще такой очень важный момент, когда жінка уже обрала, нібито собі чоловіка, так, вони поїхали, вже щасливо починають жити, і щось не так складається. Чи може допомогти от та людина, яка їх об'єднала, чи можна втрутитись у цій ситуації, так, допомогти якось жінці, що, якщо втрапила, наприклад, в халепу якусь? Ну, все це індивідуально, звісно. Ну, чи бували такі випадки у вас? Можливо, і не було. Вы знаете, на практике, в принципе, не было. Ну, естественно, есть какой-то период притирки, есть проблемы с языком, чаще всего языковой барьер есть, потому что девушки многие не знают языка. Вот. Ну, здесь нужно терпение. Для девушки это большой стресс, потому что она переезжает в другую страну, соответственно, там новые законы, абсолютно другой круг общения, ну, то есть полностью новая жизнь для нее открывается. И, естественно, кто для нее самый важный в жизни на тот период, это ее партнер, на которого она будет опираться, и очень важно, когда, чтобы в этот период мужчина ее поддерживал. И, конечно же, вот этот в этом процессе им тяжеловато обоим, да, но девушке больше всего тяжелее. Но здесь мы можем оказать психологическую поддержку, то есть наши клиентки обычно нам звонят, мы им подсказываем, где как себя вести. Наши партнеры, которые помогали, потому что я работаю с партнерами, например, там испанский партнер, она там расскажет, какая лучше школа, например, там посоветует. То есть где... у вас в країнах є ще представники, так, до яких можна звернутися. Да, ага, це дуже добре, що є. Поддержка. Также там же можно найти
найти русскоговорящих, да, какие-то есть группы там или же компании. Очень много вообще русскоязычных людей в разных странах мира, поэтому какие-то общины, сообщества и так далее. То есть мы можем подсказать, где найти себе новых друзей на тот момент, пока вы сможете адаптироваться и выучить язык. Ну, в принципе, таких критических ситуаций в нашем, на нашем опыте не было. То есть, ну, це добре. Тобто, якщо правильно підійти до цього підходу, так обрати правильное того чоловіка, який треба. Сначала, так, спочатку, который найдет хорошего, достойного мужчину, сделать правильный выбор. Очень так, важно изначально, важливо. Потому что очень часто мы неправильно выбираем партнеров, нас не научили, как выбирать. Вот здесь очень важно выбрать правильного партнера, своего партнера, да, и самое главное, чтобы вы видели в нем опору и поддержку на начальном этапе, потому что пока вы здесь, все хорошо, пока, когда вы там, там уже есть свои. Ну, еще хочется, знаете, поняла, запитати вас, як ви вважаєте, які ж чоловіки більше для наших жінок підходять? З якихось країн? Чи, може, наші? Може, все ж... Чи кому як? От на ваш погляд. Я вам так скажу. Такой провокационный вопрос вы мне задали. За каких мужчин я? Я вообще за всех мужчин, за зрелую самодостаточную личность, которая берет ответственность за себя, за свою женщину, за семью. Мужчина, который умеет зарабатывать деньги, который создает благоприятные условия для женщины. Я за такого мужчину, для которого важны семейные ценности и многое-многое другое. Но, конечно же, женщины, которые переехали в другую страну, ни одна не вернулась. Так, ну що ж тут скажеш? Вони щасливі, да. Справді, потрібно знайти своє щастя, неважливо, чи то буде за кордоном, чи буде тут, але справді щаслива жінка, вона світиться, її видно здалеку, да. І немає більше нічого кращого, аніж бачити щасливу жінку. Це, якщо щаслива жінка, то все вокруг, всі, пространство, так, все щасливе. І чоловік, і родина, і все буде міцним, і від нас багато чого залежить. Я вам дуже дякую, пані. Спасибо большое. Оля, Шапка була у нашій студії, засновниця міжнародного клубу знайомств. Я так думаю, що ті всі поради, про які ви сказали, дуже допоможуть в першу чергу нашим жінкам, ну і чоловікам, можливо, теж знати, де шукати таких чарівних спутниць вашого життя. Дякую. Дякую вам. Хочеться всім побажати гарних вихідних. Нехай настрій просто вирує у вас, у вашому серці. А ми зустрінемося з вами вже у понеділок о 13:30. До побачення.